этом бою почти половина холма над Клещеевкой перешла под контроль наших сил. Все произошло так быстро, что этой группе боевиков командиры не успели сообщить о потере позиций. Они идут к ним, как ни в чем не бывало. Четверо, пятеро идут. Скажи, предупреди их быстрее. Вот украинский солдат спокойно проходит в паре метров от нашего бойца. Второй прыгает в блиндаж и тут же получает очередь из автомата. Украинские боевики так растерялись, что стали стрелять в своих. Мои бойцы начали наносить огневое поражение по противнику подходящему. Те, которые уже успели подойти, подумали, что свои отстреливаются, надо же нам, значит, туда стрелять. И они начали также по своим, тем, кто в хвосте был. Рядом бегают люди, помогают, там особо в лица не смотришь. Ситуация становилась все более абсурдной. Вот наш стрелок ведет огонь, а ВСУшник прикрывает его из-за спины, кидает в своих гранаты. Они чуть дальше, 100 метров, блиндажа малого, 100-150 метров там лежат. Те не могут голову оторвать от земли. Затем одному из боевиков удается подобраться к нашим, но все тот же украинский солдат кричит ему из кустов, чтобы тот опустил оружие. В полной растерянности садится к нашим ребятам в блиндаж. Что они мутят? Он что, сдался? Да, по-моему. Это что вообще было сейчас? Вообще, что творится? Если бы начал бы как-то действовать... Все хана. Это что вообще происходит? Пускай они его свяжут. Боевики в итоге сдали оружие. Остальные откатились назад.